Жизнь ворам! Вечно! Вечно! Мама говорит. Алло. Видео есть у нас? Знаете что? Я сейчас снимаю, снимаю, я буду говорить. Давай, давай, давай. Чтобы вы понимали, когда люди, говорят, если мы верим Дарвину, что люди ходили в шкуре, были обезьянами, и даже в этот момент сидят две обезьяны и думают, ох, ни хрена себе, вон там стадо обезьян. Они забили мамонта, и у них много мяса. Что надо сделать? Надо своровать мясо. И первое, что появилось у этих обезьян, своровать. После того, как они своровали, они сидят и думают, блядь, как же нам раздербанить это мясо? И что появилось? Появилась доля. Доля.